Раньше здесь создавали новые сорта сыра, алкогольные напитки и мороженое. Теперь производят конфеты. Эти сладости, уверяют технологи, можно и тем, кто следит за фигурой, и даже диабетикам. В одной порции не больше 40 килокалорий против 100 в обычной конфете. Сахар в состав не входит. Мы исключительно для пралине начинок используем натуральные орехи. И нужно сказать, что масса, которая при этом получается, она абсолютно разная. Например, из орехов кешью это очень нежная, быстро тающая. Тогда как, например, из кедровых орехов это более грубая масса, но она более жирная и более богатая кислотами. Это тот знаменитый ингредиент, о котором мы говорим, ноу-хау. Это концентрированный сок. А в данном случае это яблочный концентрированный сок. Для производства самого шоколада мы используем какао тертое, какао крупка, и вот оно, знаменитое какао-масло. Плавится при 37 градусах. Сейчас мы с вами рассмотрим примеры приготовления марципановых конфет. Мы берем уже заранее приготовленный марципан, который готовится из миндальной муки и мальтозной патоки. Формуем небольшой шарик. Помещаем наш пашку. И опускаем в шоколадную глазурь, уже заранее оттемперированную. Здесь нет ни искусственных добавок, ни красителей. Сейчас университет ищет бизнес-партнеров, чтобы поставить производство на поток. Пока килограмм таких эксклюзивных конфет стоит 3000 рублей. Однако на рынке ручных сладостей это далеко не самая высокая цена. Встречаются предложения от 5000 за кило и выше.